Hey, yo guys, с вами Шумки, и мы продолжаем проходить игру по названию Borderlands The Pre-Sequel. Окей, так, на что, чем мы остановились? А, мы остановились на том, что мы теперь должны прыгнуть вниз в черную бездну. Насчет новых вещей, я поменял шапулечку. Блин, как бы, о, во. Теперь мы с вами охотница, мы с вами волчица, дикая кошечка и типа того. Окей. You ready? I'm ready. Let's go. А просто так я не могу, да, прыгнуть? Почему я не могу просто провалиться вниз? Подсознание. Отправляемся. Ни хрена, оно как выглядит. А некоторые щиты поглощают летающие в вас пули и полнят вас без запас. Удобная штука. Но это в основном, если у меня, типа, проблемы с пулями, либо у меня, типа, персонаж очень много... Ва, класс. Да, не самый добрый знак. Погоди, сейчас я по шаманю. Я думал, у меня типа пока вау, система реально рухнула. Я думал, у меня пизда компьютер. Может, тебе нельзя здесь находиться? О, подсознание. Сказать честно, оно выглядит очень. Ой, нихера, тут локация огромная. Ух, это может немного мне. Мы заметим то, что у нас теперь босс это вот этот робот. Следуй за ним. Нихера ты маг. Так, здесь есть специальные участки, куда я могу прыгать. Хорошо, мне кислород не тратится. Пузырьки какие-то. Но это все воспоминания, да, у нас? Впереди источник странных сигналов. Возможно, там источник H. Я обновлю твой обновлю твой эхо. Остров Химеры. Остров Химеры. Ну, смотрите, на новос... Бля, а чё вот это не обновилось? Я не понял. Ну, ладно. Знание железяки. Ребят, я... Может быть, немного выпивший, но... А кто-то из скучающих железяк, мечтающий о красотке? Невероятно богатая исследовательница, воительница, которую нужно называть моей госпожа. А я немного... А, это так странно. Куросерпис. Иди дальше, странные сигналы увеличатся. Я немного, короче, подвыпивший, поэтому, может, я буду какую-то не чепуху. Увы, это может быть не так, поэтому... Да-да-да. Но я могу очень много болтать. Единственное, что может быть точным. Очень много разговоров от с моей стороны. Так, деньги, 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 деньги. Мы скоро апнемся, по сути. А, кусты в виде железяки. Прикольно. Там что-то есть. Я просто думаю, у меня вертикалка включена или нет. Так, вижу проходы, откуда могут враги повыходить. Вижу бочку, от которой можно воспользоваться. О. Эти ребята, наверное, символизируют страх быть застреленными. Я не знаю. Очень неуверенный робот. Очень уверенный робот. Но мне лучше с этим электрошоком. Бом! Просто бом! Минус роботы. Да? Я еще кого-то слышу. Я слышу, но не вижу. Ладно, погнали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чик-чик-чик. Перезаряжаемся. Идем в атаку. Внимательно все проверяем, чтобы на нас втихаря не напали ниоткуда. Что за звуки? А, ладно. Посчитаем, что пока... Здесь есть хоть что-нибудь реальное? Знание железяки. Ну, смотри, я вижу тут воду. Я вижу песочный домик. Там какое-то игрушечное отделение вообще.
Так, у нас окраска меняется. Джек. Ты насчет моей гарантии? Это... Сори. Прости. Жутковато место на самом деле. Как бы то ни был. Так, тут бочки. Место, где могут враги повыходить. Ох, мне стрёмно, орели. Потому что, во-первых, тут до хера порталов, но никто от них, из них не выходит. От них из них. Посмотри на эту наглую сволочь. За ним! Так, осколок внедрения. Чтоб это, главное, было не ловушкой. Так, сразу смотрим по карте, что у нас по карте. А у нас карта еще большая здесь. Да-да-да. Проклятие, тебе нужно попасть туда. А привет, страны знакомый и незнакомец. Я могу открыть для тебя эту жалкую дверь, но мне нужно кое-что от тебя. Что скажешь? Да, тупой робот. Отлично, спаси мою надежду и заодно и самоуверенность. Они потянутся в плен у одного очень странного места. С этим помощью я способен. Нас все. Вы отправляйтесь в путь, а я пока что отмечу нужную точку в твоем эхо. Черт, просто подайся ему. Я помогу тебе. Окей, хорошо. Спасти надежду и самоуважение. Так, вот это такая... Хрень. Блин, ну они с одного не падают. И это обидно. Бот. Но тут сдох, все отлично. Назад, псина. Еще одна. Тихо, малыш. Малыш. Успокойся. Отлично. Так, я теперь понял то, что мне нужно отхил найти. Отличненько, отхил найден. Еще осколок, у нас 132 осколочка. Найс. Та-дам! Так, это мы сейчас отправляемся в то место, где как раз у нас три задания. Задание, которое мы возьмем. Хорошо, полетели. Где земля? Еще одно. Та-дам! Так, это уже какой-то замок у нас. Мрачный замок, потому что здесь такое освещение. Остров Триплекса. Какой-то остров Триплекса. Все отлично. Обновляю твое эхо. Так, еще. Ну блин, ну и на них нужно два патрона тратить. Это если я не метко стреляю. Сука, иди ну! Все отлично, все идет у нас. Так, я уже перезаряжаюсь намного быстрее. Хорошо, пускай два выстрела ему нужно для того, чтобы его грохнуть. Ну, это такой 50-50 на самом деле. Так, ящики. Что это?
Эхо. Это история о храбром роботе, который сражался с ужасными силами тьмы и приносил надежду и радость всему, куда бы ни пошел. Так, прикоснется. Он был таким супер-клёвым, что его любили все и за его спиной пытались выяснить, кто же он на самом деле. Серьезная проблема. В конце концов, они согласились, что правильный ответ абсолютно... Абсолютно что-то там. Блин, все высокого уровня, все не для меня. И это на самом деле обидно. Это все обидно. Пойдем сюда. Или куда лучше идти? Блин, ну здесь очень плохое. Оно не размещает, не показывает точные места, куда нужно идти. Да умри! Воу-воу-воу-воу! Бля. Ну сейчас нужна моя супер снайперская сноровка. Изи. У них то, что шлемак, нужно не стрелять в шлемак. Что это было? Блять! Это что, блять, только что было? Не, ну вот это было жестко, ребят. Ну это точно было жестко. О, хороший сундук. Все, беру, все равно оно для меня сейчас не подойдет. Let's go. Let's go, lose fast. Покажи свое личико. У нихера их там! Тихо-тихо-тихо, приятель. Я понимаю, вы здесь довольно крутые все. Ой, отхил. Отхил. Я это все прекрасно понимаю. Я ведь был такими же, как и вы. Так, это ящик или что? Нет, это не ящик. Все, до свидос. Смотрите, эта фигня довольно хорошо работает. Моя ультимейтка. Блин, ну я понимаю, с одной стороны, то, что мне нужно туда. А как мне попасть в ту зону, где у меня все вопросы, знаки вопросов? А, полетели. Я снова налил твое эхо. До свидания. Пока. Они долетают? Они, ебать, еще как долетают? Не, я думаю, лучше там я сдохну, чем... Ладно, минус один. А чё, я куда полетел? Ладно, нормально. Попью горячей водички. Хорошо полетел. Сколько минус? Минус 15 тысяч. Заново? Не похоже, что заново. Вот оно, но вот это место, нельзя же был.
Привет, мне кое-что тебе нужно. Я клянусь, я не поручаю тебе собирать запчасти для робота. Так, Наги давно есть этот так вверх. Где в мозге железяки, разумеется? Я Патриция Теннис, ну, настоящий теннис, а символ так. Робот, когда содержал в себе гарду программу, проклятую могущественную и божественную, ныне давно забытому, говорит, что в затерянном храме Бума находится древний артефакт, который может не понять, откуда здесь появилась жизнь. Я, разумеется, награжу тебя за труды, пожалуйста, сообщи мне о готовности действий. Влияйте на прошлое? С удовольствием. Отлично. Мне наконец-то удалось найти замену глаза Видеон. Так, драгоценный камень способен обнаружить местонахождение храма. Эй, бро, помоги теннисам, меня... Так, в мозгу мегалью не хватает. Я символ осторожно, железяки, не нужно копаться в прошлом, да? Это опасно полно... Так, более места, если заевать тебя выбросит из шлюза. Подумай об этом, да? Слушай, у вас тут прикольно, на самом деле. О, это ж этот? Стоять, стоять, это у нас отсылочка к кому? Это отсылочка к папаше из Биошока, ребятки, это Биошок! Мужичок с дрелью. Что, только вдвоем здесь? Ладно. Полетели далее. Погнали на сушу. Да хорошо, здесь я понял, где. У этих это место прогрузилось. Короче, там какие-то мини-островки, либо типа что-то того, я не... слишком скупо, чтобы понять. А, здесь, если я пойду, здесь ничего такого тоже нету. Хотя давайте еще раз попытаемся пройтись. Может что-то да есть, но я просто этого не хочу замечать. Какой-то мини-островок. Это видно сразу. Играть. Быстрее, прокатись за моему шасси. Найти глаз видения. Где этот глаз видения? А, хотя стоять. А как мне... А, только сдохнуть, в принципе... В принципе, слушайте. А почему бы не вернуться? Все равно у нас это доп миссия, плюс мы скоро уже лапнемся. Найс. Просто найс. Главное, чтобы тут роботов не было. Главное, чтобы тут не было роботов. Так, это, кажется, вот эта, да, штука, которую я видел здесь, на воде? Отлично, чтобы найти храм, тебе нужно положить глаз видения в железоположении. О боже, кто придумал все эти имена? Кажется, именно когда он исчез истину. Думаю, это просто неудачный мотив, ведь разговоры о драгоценных камнях не имеют. А, так, положение находится на горе неподалеку, загружение. Загружаю тебе инфу. Это, кажется, то место, где мы как раз и были. Полетели. Это не так далеко, поэтому можно и пойти. И по времени у нас все отлично. Ну, блин, еще 3 миссии целых. Ну, мы туда не можем попасть, потому что железяка нам еще туда прохода не открыл. Остров, остров, остров. Так, сюда, правильно? Так, мне нужно как-то взобраться наверх. Так. А хотя тут легко забраться наверх. Так, сюда, да?
Потрясающе! Глаз видения указал путь! Скорее! Следовать за лунным светом. Так, нужно быть готовым. Сфинкс. Классическая схема старшего входа. Наверняка он за какую-нибудь нелепую загадку. Стой! Я не могу сфинкса. Я храм Бума, найдите столько достойный. Скажи, кто я? Я и так. Я еду на одном колесе утром, на одном колесе днем и на одном колесе вечером. Фактически я все время на одном колесе. Это легко. Храм Бума. Очевидно, это железяка. Они сносные, ты тупица. Ой. Ну ладно. Проходи. Вперед, мне надо увидеть, что там внутри. Но я понимаю, что это, скорее всего, будет босс. О, нихера себе. Это испытание. Вот он, храм Бума. Он существует! Стой, если я вторая часть, то здесь подалеку. Манать. Ух. Посмотри вокруг. Какое великое... Красота. И божественная эта работа был он сам. Какой должен быть чистый. Так, это уверена в себе. Но просто смотри. Здесь оригинальное что-то есть. Здесь оригинальный код железяки. Пожалуйста, забери его. Совершенно не опасно. Я был богом. Нет, бро. Пусть так и лежит. Нихера себе. Возьмем. Блин, из него, по сути, был шанс выбить очень херительную пушку. Но, увы, я ее не выбил. Так, и как мне... Я вижу платформы, хорошо. А там их не было, блин, печально. Уч. Секретных мест здесь нету. О, так и знал. Равновесие нарушено. У меня странное предчувствие. А, но я умный, я не упал. Я умненький, я не упал. А, мне все равно за этим нужно идти. Эх ты. Ладно, возьмем. Кто меня разбудил? Я слишком долго спал. Все было... Так. Все было попрунуто и заражено. Я видел возвышенности гибели. Операционная система. Казаться... Я предлагаю тебе бежать. Нет. Так неловко. Зачем мне бежать, если я мог вот так просто сделать? Как остановить эту штуку? Нет, типа, я понял. Отсылка к Индиану Джонса, да, скорее всего. Сказать честно. По сути, вот этот сфинкс... Это был у нас типа мини-босса. Из него было очень... Там, я не знаю, какой шанс. Но выбить очень охерительную пушку. Действительно охерительную. Но вы... кажется, мне не повезло. Там пушка была... Именно снайперская винтовка. Самая домашняя. Которая есть в игре. И... Ладно, зато убили мини-босса Сфинкса. Искатель хранящее прошлое, словно труп, нужно скрывать и изучить. Мне есть право знать, с чего это начинается. Только подумай. Только подумай, когда-то он был чистым существом, могущественным, непосредственно злой судьбы. Я требую, чтобы ты закачал его куда моей системы. За это я щедро награжу тебя. Искатель хранилища, конечно, у Фрагной было славное прошлое, но ведь знаешь, оно не принесет ему только боль и душевное страдание, ведь он же, так, противоположный.
запрет в помещении. Ты пострадаешь из-за леканом ним плюсы. Ну, сейчас же в огонь. Про. Типа у меня два варианта, да? Либо загрузить, либо бросить в этот. Так, а что мне? Либо щит, либо оружие. Так, дать изначальный код Танис или дать изначальный код Блэкстоуну. Так, вы передали долгий и трудный путь и довольно странный, надо сказать. Осталось решить, кому передать изначальный код, Танис или Блэкстоуну. Так, кто ты, Блэкстоун? Кто это такой? Ну ты, блин, мы по сути играем за злодейку. Давайте я вот так покручусь, и на ком остановлюсь, это будет. Не так. Ах, как же тяжело. Танис. Ладно, плевать. Ну вот и все. Вряд ли это было важно. Друзья всегда заботятся друг о друге. Ни хрена щит! Максимальный уровень здоровья. Правильное решение, теперь я смогу спасти спокойно. Ну, смотрите, довольно охерительный щит, но у меня минус до хера жизни будет. Но жизни мне и так до хера, да, выносится. А какого оно хотя бы уровня? Какого ты хотя бы уровня? Так, то не то, не то. 33-го. Ну, 5600. 5600 это хорошо. Так, ладно, идемте дальше по сюжету. Так, куда мне хотя бы идти, в какую сторону? Так, ладно, мне сюда. И сюда, и по прямой. А, там где эти псины были, точно. Точно. Я ведь здесь сдох как-никак. Так, мне что интересно, спрятано ли здесь что-нибудь? Почему? Ладно, подай мне сразу. Почему так произошло? Почему я умер? И почему я вообще появился в храме? Сколько вопросов, мало ответов. Тысяч. Солидно. Минус 14000, солидно. Камушек. Ладно, значит здесь ничего нету. Хотя... Фиг его знает. Так. Отлично. Не справился, на ура. Ни хрена себе. Блин, я понимаю, что я туда спущусь, и там какая-то будет битва типа с боссом. Давайте, наверное, это оставим на следующую серию. В этой серии у нас был кто? Сфинкс, правильно. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.